Входящее сообщение, капитан. Вы будете смеяться, но это опять Альянс. Шепард, это адмирал Хэкет из командования Альянса. У нас есть для вас задание. Бывший офицер Альянса Кайл организовал небольшую базу в скоплении Эты Хокинга. У него есть немало последователей, в основном это биотики. Он начал открыто критиковать Альянс, и нам кажется, что у него проблемы с психикой. У нас могут быть неприятности, Шепард. С чего вы решили, что майор Кайл настолько опасен? 3 дня назад мы направили к нему 2 представителей Альянса. Они исчезли. Мы считаем, что Кайл и его последователи убили их. Это самая настоящая секта, Шепард. Теперь его зовут Отец Кайл. Он стал своего рода религиозным лидером. Вы сказали, что его последователи биотики? Да. Хотя сам майор Кайл никогда не был биотиком. Думаю, он просто идентифицирует себя с ними. Многие биотики чувствуют, что общество их отвергло. Вероятно, Кайл считает, что им нужна его защита. А они думают, что он будет сражаться за них. К несчастью, он почему-то винит во всех бедах биотиков именно Альянс. Так продолжаться не может. Что еще вы мне можете рассказать о майоре Кайле? Раньше он был идеальным солдатом. На Тарфане с ним что-то случилось. Погибло слишком много солдат Альянса. Он не смог справиться с чувством вины. Психологические тесты показали, что он не справляется со стрессом. Ему устроили пышные проводы и отправили в отставку. Мы надеялись, что со временем ему станет лучше. Но, видимо, недооценили степень душевного расстройства. Похоже, уже слишком поздно. А о чем представители Альянса собирались говорить с майором Кайлом? Они хотели привести его на одну из баз Альянса, чтобы вылечить. Майор Кайл верно служил нам долгие годы. Мы не собирались его бросать. Но, учитывая его состояние, скорее всего, ему почудилась угроза. Мы практически уверены в том, что он заставил своих последователей убить офицеров Альянса. Может, мне удастся обойтись без насилия? Вряд ли вам это удастся, капитан. Мы не хотим устраивать бойню, но Кайл опасен. Делайте то, что сочтете нужным. Хэкет, отбой! Thank you.
По вашему приказу. К бою готово. Это частный комплекс. Посторонним вход воспрещен. Мне нужно поговорить с главным. Это очень важно. Отец Кайл больше не хочет связываться с Альянсом. Я хочу, чтобы все закончилось мирно. Если мы с ним не встретимся, могут погибнуть люди. Мы не позволим вам увести отца Кайла. Он нас защищает. Он нам нужен. Альянс хочет, чтобы кто-то ответил за эти убийства. Позвольте мне поговорить с майором Кайлом. Возможно, мне удастся спасти ему жизнь. Подождите. Отец Кайл поговорит с вами. Ступайте в здание в дальнем конце строения. Он вас встретит. Те люди из Альянса пытались убить отца Кайла. Отец Кайл говорит, что люди нас боятся, потому что мы намного лучше их. Мы не можем доверять Альянсу. Те люди из Альянса... Альянс подослал убийц, чтобы уничтожить отца Кайла, но мы вовремя их остановили. Не делайте лишних движений. Мы за вами следим. Альянс подослал убийц, чтобы уничтожить отца Кайла, но мы вовремя их остановили. Здесь биотики в безопасности. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости. Альянс хочет нас уничтожить, так сказал отец Кайл. Альянс хочет нас уничтожить, так сказал отец Кайл. Мы не можем доверять Альянсу. Отец Кайл говорит, что люди нас боятся, потому что мы намного лучше их. Мы не можем доверять Альянсу. На нас смотрят, как на уродов, только потому, что мы биотики. До биотиков никому нет дела. Значит, и нам ни до кого нет дела. Не делайте лишних движений. Мы за вами следим. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости. Отец Кайл говорит, что люди нас боятся, потому что мы намного лучше их. Те солдаты Альянса попытались... На нас смотрят, как на уродов, только потому, что мы биотики. Здесь биотики в безопасности. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости. Те люди из Альянса пытались убить отца Кайла. Мы не можем доверять Альянсу.
Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем. Те солдаты Альянса попытались убить отца Кайла. Здесь биотики в безопасности. Отец Кайл говорит, что люди нас боятся, потому что мы намного лучше их. Отец Кайл говорит, что биотики должны держаться вместе. Те солдаты Альянса Я займусь этим. Попытайтесь забрать у нас отца Кайла, закончите так же, как и те солдаты Альянса. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости. Попытайтесь забрать у нас отца Кайла, закончите так же, как и те солдаты Альянса. Те люди из Альянса пытались убить отца Кайла. На нас смотрят, как на уродов, только потому, что мы биотики. Не делайте лишних движений. Мы за вами следим. До биотиков никому нет дела. Значит, и нам ни до кого нет дела. Готов к действию. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости. Если мы биотики, это не значит, что мы не заслуживаем справедливости.
Я майор Кайл. Я знаю, зачем вы прилетели. Я не хочу с вами ссориться. Оставьте нас в покое. Что случилось с офицерами Альянса, которые прилетали до меня? Они хотели увезти меня отсюда. Хотели, чтобы я бросил это место. Чтобы я бросил свою семью. Они богохульствовали. Я сделал все, чтобы их смерть была быстрой и безболезненной. Но у меня не было выбора. Я должен был защитить своих детей. У них нет никого, кроме меня. Альянс прислал меня арестовать вас, майор. Неужели вы не видите, что ситуация вышла из-под контроля? Из-за вас ваши последователи в опасности. Я уважаю ваше желание решить все мирным путем. Но я не могу так поступить. Если вы заберете меня, мои дети будут беспомощны. Вы приказали детям убить офицеров Альянса. Вам придется ответить за свои действия. Вы и правда хотите, чтобы ваши дети отвечали за грехи отца? Нет. Это я виноват. Мои дети невиновны. Они чисты. Пожалуйста. Я не хотел, чтобы так получилось. Я... Мне жаль. Майор, вы поступаете правильно. Так вашим детям будет только лучше. Пойдемте. Стойте! Если мои дети увидят, как вы уводите меня, они этого не поймут. Они нападут на вас, и вам придется их убить. Капитан, вы показали мне, что я был неправ. Теперь мне нужно время, чтобы объяснить это им, иначе они не поймут. Пожалуйста, дайте мне еще час. После этого я встречусь с офицерами Альянса у ворот моего убежища и сдамся без сопротивления. Даю слово. Я не выпущу вас из вида, майор. Я должен сделать все, чтобы мои дети больше не страдали. Это единственное решение. Я вам поверю. Но если вы меня обманете, пострадаете не только вы, но и ваши дети. Я не обману вас, капитан. Спасибо вам. Джокер может сообщить 5-й флотилии, чтобы они забрали майора Кайла. Надеюсь, капитан, вы знаете, что делаете. Отец Кайл говорит, что люди нас боятся, потому что мы намного лучше их. Те солдаты Альянса попытались убить отца Кайла. Капитан, я сдамся Альянсу. Ждите меня через час за воротами укрытия. Даю вам слово. Джокер может сообщить 5-й флотилии, чтобы они забрали майора Кайла. Надеюсь... Мы не можем доверять. Мы не можем доверять Альянсу.